Салмас сарулматту мекендештер, мага азырмага кворум боюнча информация берип атышат. Эми эки кишибиз ооруп калыптыр. Юлдашева Матырбеков Дүшөнбеев менен Марипов командировкада, анан оппозиционный эң чоң фракциянын өкүлү бизде дайыма катышчу, бирок алар өзүнүн лидерин шайлай албай атат, билесиңер, республикада жүрөт. Ошондуктан кворум бар. Туура көрсөңүздөр ишти баштай берелик. Макулбу? Чындыгында бүгүн башкача бир отурумубуз болуп атат. Улуттук кеңештин мен үчүн президент катары акыркы жолу өткөрүп аткан отурум. Анан бир топ жаңылоонуу бар, бизде көрүп атасыңар. Жогорку кеңештин жаңы төрагасы отурат, жаңы премьер министр, бир топ жаңы жетекчилер отурат. Анан негизги биринчи жолу ушу тегерек столунда бүгүнкү отурумдун столунда эки президент отурат. Азырынча иштеп аткан президент, күн санап 9 күнөм калды, Кудай буюрса жаңыдан шайланган президент отурат. Кворум бар, жаңылыктагы бар. Кудай буюрса ушу жакшы бир дышан болсун. Мындан да кийин Сооронбай Шарипович жаңы президентке ушундай татынакка отуруп өткөрүп бергендей болсун. Уважаемые участники заседания, кворум есть. Из 27 человек у нас 22. Ну, грипп, двое болеют, двое в командировке. Отпрашивались оба у меня. Это Генштаб и Счетная палата. И нет лидера фракции Республика Атадюрт, они еще не избрали. Много новых руководителей присутствуют впервые. И, конечно же, я хочу специально отметить это и на официальном языке. Сегодня рядом со мной сидит, рядом с действующим президентом сидит вновь избранный президент. Конечно же, я хотел бы пожелать это, чтобы стала доброй традицией, чтобы Сооронбай Шарипович через 6 лет вот точно так передавал свои полномочия, учил вновь избранного президента тому, что знает, и помогал, конечно же. Сегодня у нас в повестке дня всего один вопрос. Всего один вопрос. Это стратегия устойчивого развития нашей страны до 2040 года. Один вопрос. Есть какие-то другие предложения или добавления? Давайте утвердим повестку дня. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. И давайте утвердим регламент, регламент выступающим по проекту. Я думаю, всем, кто захочет из членов совета выступить, надо дать хотя бы по 10-15 минут. Я скажу честно, я, наверное, сам, правда, в это не уложусь, но я надеюсь, что вы мне, как уходящему главе государства, дадите возможность чуть-чуть перебрать регламент. А так предлагается до 15 минут и вопросы 3-5 минут. Такой регламент предлагается. Есть предложение, кто-то изменения какие-то. Давайте тогда утвердим регламент. Кто за? Ну, единогласно, поэтому дальше не буду спрашивать. С вашего разрешения я хочу зачитать свое выступление и зачитать его на официальном языке, потому что то, что я говорю на государственном языке, даже киргизы передергивают. А сегодня слишком важное выступление. Урматту менин мекендештерим,
Бірестер мен қырғыз тілін мүмкін ең бірінші гүйермандардың бірімін, бірақ бүгінгі күнді, бүгінгі отырым башқача бір топ шетелдік мамлекеттердің өкілдері отырады. Мына журналистер отырады. Ошондуктан расмий тилден окуп берейин деп атам, анткени көрүп жатам, кыргызча сүйлөгөндөрүмдү кыргыз туугандарым урмалап атат, башкаларды айтпайлы го. Айтпаган сөзүмдү айтты деп көбүрө чыгарып атат. Уважаемые члены Национального совета, уважаемые приглашенные, все участники сегодняшнего заседания, сегодня мы собрались, чтобы обсудить национальную стратегию устойчивого развития Кыргызстана до 2040 года. Новый документ будет продолжением национальной стратегии устойчивого развития, которую мы принимали здесь же. Она была до 2017 года. И новый документ, если мы его примем, хотя, скорее всего, мы, наверное, его примем сегодня как бы в первом чтении, это будет логическое продолжение того документа, который был. Я уже говорил о том, что принятие стратегии 2017 полностью оправдало себя, потому что мы получили документ, по которому мы сверяли наши шаги. Конечно, там были поставлены задачи. Некоторые я знал, что заранее мы не успеем их сделать, но они как бы нам задавали высокую планку. И это было очень сложное время, когда мы создавали Национальный совет. И я думаю, был найден такой хороший формат, когда все ветви власти и представители общественности, мы собирались и обсуждали самые наболевшие вопросы. И наглядное доказательство тому, то, что принятие вот этой стратегии 2017, оно позволило добиться стабильности мира и стабильности в стране, потому что мы смогли консолидировать все общество вокруг общенациональных идей, вокруг общенациональных проектов. И мы смогли благодаря этому документу и, конечно, благодаря труду граждан Кыргызстана вывести страну на путь устойчивого развития. И вы помните, там закладывались абсолютно разные сферы. Многие были удивлены, почему там не только экономика, но, например, честные выборы, судебная реформа, реформа там, уголовного права, культура, язык, религия. Но время доказало, что такой документ нужен. Обширный документ, который охватывает все жизни, все сферы жизни государства. И мы создавали, вы знаете, шаг за шагом мы шли путем укрепления демократии в Кыргызстане. И хочу напомнить, какие вопли были против референдума 2016 года, но и вопили именно якобы защитники демократии, но именно референдум прошлого года, он был одним из этапов в развитии парламентской демократии в Кыргызстане. И то, что мы закладывали в той стратегии прозрачные выборы, это позволило вернуть доверие народа к власти. Все последние выборы, они проходят без каких-либо митингов. Единственное, был после президентских организован митинг в Таласе. Вчера, я смотрю, они уже выступают, говорят, нам не доплатили деньги. Бог им судья, организаторам таких митингов. Но, я думаю, ни у кого нет сомнения о том, что каждый голос честно просчитывается. Другое дело, что мы должны прийти к тому, чтобы граждане в будущем, конечно же, не продавали свои голоса. Для этого надо
побуждать самосознание людей и, конечно же, повышать уровень жизни людей. И хочу напомнить, у нас, благодаря именно программе развития, были приняты такие документы, которые реально помогли объединить народ Кыргызстана, многонациональный народ Кыргызстана. Это, в частности, и по религии, и по этнической политике, и по языковой политике. И кто бы что ни говорил, но проделана громадная работа по части судебной реформы. Один пример: за последние 5 лет мы в 5 раз увеличили финансирование судебной ветви власти. 5 раз. Этого нет ни в одной стране мира. Но почему реформа не заработала как следует? Потому что, для тех, кто не знает, были приняты чуть ли не 10 новых громадных кодексов, громадных, которые вот будут вступать с 1 января этого года, многие из них. И только после, конечно, того, как эти кодексы заработают, мы увидим реально результаты судебной реформы, потому что в самих законах была заложена коррупция. Можно дать штраф, а можно ждать 25 лет судье. Вы сами понимаете, какой выбор большой у судьи сразу получается. И у преступника. Чего ему легче? Дать деньги, штраф и сверху, или сидеть 25 лет. Поэтому те, кто недовольны судебной реформой, они просто или не знают, когда она заработает в полную силу, а скорее всего, я вижу, кто больше всего вопит, это хочу подчеркнуть это литературное слово. Есть всякое дерьмо в любой стране. И у нас тоже. Особенно среди политиков. И благодаря стратегии 2017 мы провели очень сильную реформу в армии. У нас теперь есть армия. 6 лет назад у нас не было армии. И я провел много бессонных ночей, когда у нас были проблемы на границе, когда нам угрожали войной. У нас не было армии. Как президент сегодня могу сказать, армия у нас теперь есть. И мы теперь готовы дать отпор любому, кто захочет помешать мирной жизни наших граждан. Вы также знаете, что заложены были задачи по борьбе с коррупцией. И у нас в Кыргызстане, в отличие от многих стран в регионе, нет неприкасаемых. Какую бы должность человек ни занимал, чем бы он родственников не был, он за свои преступления всегда ответит. Хочу повторить, что и я готов ответить, если я где-то в чем нарушил законы Кыргызстана. Я буду жить в Кыргызстане, и я законопослушный гражданин. Вы все прекрасно помните, как предсказывали крах Кыргызстану. Больше того, мне рассказывал президент России и другие президенты, как обсуждался вообще даже раздел Кыргызстана. Кому пойдет та область, кому пойдет эта область. Но мы выдержали все. И даже последний финансовый кризис, он ударил намного сильнее по другим странам, у которых и нефть, и газ, и куча всего. А мы сохранили и устойчивость нашей валюты. Она упала намного меньше, чем у соседних стран. И мы не допустили резкого спада ВВП. Но для развития бизнеса, конечно же, нужен большой рынок. И мы с большой надеждой вступили в Евразийский экономический союз. Я считаю, это очень правильное решение. И сегодня я считаю, что это правильное решение. И мы, конечно же, должны оставаться в Евразийском экономическом союзе.
Я это подчеркиваю, потому что я ежедневно читаю в российских газетах, в казахской прессе о том, что Кыргызстан, Атамбаев хочет развалить Евразийский экономический союз. Это полный бред. Мы никогда не собирались и не собираемся выходить из Евразийского экономического союза. Но фактическая реальность такова, что Кыргызстан уже больше месяца отрезан от остальных стран Евразии по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от Евразии. Так кто тогда разваливает Евразии? Этого не видят только полные идиоты и те, кто не хочет видеть, кто пишет заказные статьи. И причем Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Не надо нам навязывать свои правила, вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. И, к сожалению, говоря о будущем Евразийского экономического союза, хочу сказать, что пока отношения, в первую очередь экономические отношения между странами Союза будут регулироваться не принятыми и подписанными уже соглашениями, договорами, а капризами и прихотями некоторых президентов, ну тогда у нас Евросоюз, Евразийский экономический союз тогда, к сожалению, сможет ли стать цивилизованным экономическим союзом? И меня поражает, конечно, полное равнодушие и полное безразличие к сложившейся ситуации руководителей стран Евразии. И, конечно же, руководство Евразийской экономической комиссии во главе с Тиграном Саркисяном, который должен был тут колокола бить, бегать. Абсолютно наплевать. Эти люди еще что-то говорят про Кыргызстан. Такова горькая реальность, таковы факты. Да, вот я вчера смотрел в интернете прогноз правительства, что из-за блокады Кыргызстан потеряет около 0,3 ВВП. Мы это переживем. Будет не 2,9, будет 2,6. Но на самом деле сегодня руководством Казахстана и бездействием комиссии ЕАЭС наносится непоправимый ущерб имиджу, репутации Евразийского экономического союза в глазах всего мирового сообщества и в глазах, конечно же, наших соседей по региону. Кто реально захочет войти в такой союз, который только на бумажке, в котором ни один договор, ни одно соглашение не действует, а действуют и работают капризы и прихоти какого-нибудь царька? Уважаемые участники заседания, уважаемые мои сограждане, кыргызстанцы, я помню, как весной 2014 года по прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней страны, всему югу Кыргызстана отключили газ. Просто по прихоти. Я это помню. И около миллиона кыргызстанцев, живущих в городах на юге страны, остались без газа и остались без света, потому что все сразу перешли на свет, сети не выдержали, и люди остались без света и без газа. Отключили весной, но это же продолжалось до января 2015 года. И осень была холодная, и снег выпал рано, зима была суровой. И люди сидели без света и газа. И я
Вылетал тогда, город Ош. Я встречался с жителями города Ош, жителями других городов юга страны. И я слышал только одно. Простые кыргызстанцы, простые граждане Кыргызстана, и киргизы, и узбеки, и русские, и татары, они все мне говорили: президент, вы наш президент. И нам независимость, честь дороже, и мы перетерпим это. И мы перетерпели это. Я благодарен жителям тех городов, которые сидели в холодную осень, в холодную зиму, без газа и света. Я благодарен им. Это всегда будет в моем сердце. Это настоящие патриоты нашей страны. И я помню, как кричали тут наши политиканы, как кричали в парламенте, что президент Кыргызстана Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору, поклониться в ножки, попросить прощения, чтобы дали газ. Потому что раньше всегда было так. Акаев, Бакиев ездили на поклон, отдавали наши земли, отдавали за бесценок наши национальные богатства, предавали интересы Кыргызстана. Больше того, как мне уже сказали несколько президентов соседних стран, говорят, у Ельцина, как только он выпьет, лучший барабан была лысина Акаева. Никогда такого больше не должно быть. Никогда. Сарам Башарович, никогда. Сапар Жумахтарович, никогда. Дастан Артисбекович, никогда не должно быть такого больше. Өзвесті, өзвесті сыйлы осак, бізді кем сыйлет. И сейчас я наблюдаю, как точно так вопят наши политиканы и некоторые депутаты в парламенте, что вот Атамбаеву надо поехать, извиниться, немножко поклониться. Все это политическое дерьмо, которым абсолютно недорога наша страна. И за что должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. За то, что надо уважать законы Кыргызстана и того же Казахстана, которые тоже запрещают вмешиваться во внутренние дела другой страны. И отныне хочу предупредить, как всенародно избранный президент Кыргызстана, я ездил по всей стране, и я видел, что люди... Сейчас мне верят еще больше. Хочу предупредить, что никто нам не должен навязывать, как нам жить, какой дорогой идти, кого нам избирать своим президентом. Никто. И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана. Те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию. Те, кто хочет посадить свою шестерку в кресло президента Кыргызстана. Да, их шестерка сядет, но не в кресло президента, на нары сядет, на нары. Уважаемые сограждане, кыргызстанцы, мы пережили блокаду 2010 года, когда были жертвы человеческие, еще раз повторяю. Мы пережили энергоблокаду 2014 года, мы переживем и эту блокаду. Хотя и сейчас есть, вы знаете, одна жертва. Гражданка Казахстана стояла в очередь на КПП казахская и умерла, к сожалению. Кыргызстан от таких блокад и наездов становится только сильнее и крепче. Мы узнаем свои уязвимые места. И хочу одно сказать. Все президенты, все диктаторы рано или поздно уходят. Иногда по своей воле, иногда по воле народа, когда народ выпинывает. Иногда по воле Божьей их выносят ногами вперед. Но все равно уходят. А народы остаются. Народы остаются. Так было
И так всегда будет. И хочу сказать, что у народов Центральной Азии, фактически у всех народов, есть одна поговорка, и у киргизов, она звучит практически у всех одинаково, что сосед ближе и роднее, чем дальний родственник. И мы, соседи, соседние государства, должны жить в мире и согласии, и уважать друг друга, относиться как к равному. И когда ты поджигаешь дом соседа, то не забывай, что ветер может перемениться. И пламя, огонь, перекинется на твой дом. Соседа надо уважать. И с соседом надо дружить. Нет худа без добра, как я уже сказал. Благодаря таким блокадам мы узнаем свои уязвимые места. Вот после энергоблокады мы реально добились энергетической независимости. И теперь мы видим, что вот такие инфраструктурные проекты, как энергетика, дороги, они абсолютно необходимы Кыргызстану. И когда какой-нибудь там депутат парламента Зиядин Джамалетдинов типа орет там, кредиты зачем берем на дороги, на энергетику, это враг Кыргызстана. Для вас, депутатов, говорю. И если бы в то время меньше орали в парламенте, правительство взяло бы кредиты и построили бы сейчас, уже была бы у нас дороги альтернативные, был бы альтернативный рынок. Потому что на ту же железную дорогу, на альтернативный маршрут согласен уже Китай. И надо брать кредит, не стыжит тех, кто вопит в парламенте. И если парламент впредь будет мешать нашей стране развиваться, тогда нам не нужен такой парламент. Я как уже буду безработный? Вы знаете, я умею менять некоторые ветви власти в стране. Давайте думать не про себя, не про популизм. Давайте думать про страну, товарищи депутаты. Конечно, строятся дороги альтернативные, но теперь надо без всякой боязни совместно с братским Узбекистаном брать кредит и строить железную дорогу по тому маршруту, который мы отстояли. Потому что одновременно мы соединим и север и юг Кыргызстана по железной дороге. И Сапар Джумкадырович, ладно, железная дорога, это будем оформлять кредит, займет несколько лет. Но автотрассу Ташкент-Ош-Кашкар надо начинать немедленно. В следующем году она должна заработать. Там всего уйдет-то несколько десятков миллионов долларов. Хотя бы автотрасса должна заработать. И те, кто говорит, что вот наши продукты, сельхозпродукция не нужна Китаю, это нагло врут. Вот один все время выступал по телевидению, я попросил ГКНБ, а кто это, узнайте. Он сразу убежал в Казахстан. Сразу убежал. Казачок был засланный. Мне председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин лично неоднократно говорил, что Китай нуждается в экологически чистых продуктах. В Китае все на удобрениях, а в Кыргызстане нет даже завода удобрений. У нас поневоле все продукты самые чистые. Но надо работать теперь с Китаем. Раз нас отрезают от Евразийского экономического союза, и все на этом равнодушно смотрят. Надо искать другие рынки. Надо ехать в Китай. Ехать в Узбекистан. Та же наша картошка в лед уходит, я смотрю. Поэтому, что я скажу? Конечно, как всегда, в итоге эти 6 лет для меня тянулись как 26. Но иногда вот понимаю, что чуть-чуть времени не хватило. Чуть-чуть времени не хватило, но я думаю, главное, мы сделали систему. Мы сделали систему
И если у нас мы нашли свою дорогу, я думаю, мы сегодня хотя бы в первом чтении, если примем стратегию, и потом вынесем на всенародное обсуждение, и, я не знаю, в феврале, в марте руководители страны утвердят ее, то мы очень правильной дорогой идем. И Кыргызстан уже очень трудно раскачать, расшатать. Те, которые пытаются нас раскачать, расшатать, это они у себя увидят, поверьте мне. И вот сегодняшняя стратегия, конечно, это труд очень большой группы экспертов. Вы видите, наверное, большинство получило на руки. Это большая работа проведена. Есть, конечно, и сырые места, но во многом, в основном там учтены и сегодняшние все возможности Кыргызстана, и главное видение будущего Кыргызстана. И мне понравилось то, что главная идея пронизывать стратегию, главная ценность в Кыргызстане – это человек, это гражданин Кыргызстана. И все проекты наши, все национальные проекты, все главы и разделы долгосрочной стратегии должны быть направлены именно на благо человека, простого человека Кыргызстана. Обеспечение возможности для развития человека и обеспечение его комфортного, безопасного проживания в нашей стране. Конечно, очень трудно говорить, очень сложно говорить о 40-м годе, тем более, когда тебе 61 год, доживешь ты до этого или нет. Но я уверен, что Кыргызстан к 2040 году придет сильным и самодостаточным государством, в центре которого находится человек, его права, его жизнь. И этот человек чувствовать будет себя комфортно в Кыргызстане. Я абсолютно уверен, что Кыргызстан станет страной свободных, гордых людей, с единым национальным духом. Кыргызжараны, гражданин Кыргызстана, с сильной, крепкой экономикой и высоким качеством жизни людей. И, конечно же, для этого надо нам лучше еще несколько пообсуждать, но надо выбрать правильные ориентиры. Вот как мы сделали почти 5 лет назад, когда утверждали стратегию 2017, целый год разрабатывали. Если мы выберем правильные ориентиры, то мы получим очень хорошие результаты. Конечно, я хочу сказать свое мнение и по развитию экономики страны. Во-первых, государство должно развивать инфраструктуру. Никого больше не слушать, никакие вопли под инфраструктурные проекты, такие как дороги, энергетика или что-то в таком ключе, надо брать кредит. Тем более есть страны, которые нам готовы дать льготные долгосрочные кредиты. Но экономике мы должны опираться не на государственный сектор, мы должны опираться на граждан Кыргызстана. То есть Кыргызстан должен стать раем для предпринимателя. Любой инициативный гражданин Кыргызстана должен получать только поддержку со стороны государства. Мы должны убрать все помехи, все препятствия на пути развития малого, среднего и крупного бизнеса. Все препятствия. И постепенно уменьшать проверяющих. Мы уже ликвидировали, что могли, но и дальше надо уменьшать. Вот Финпол было 240, сейчас 200 человек. Но Финпола со временем и не должно быть. Может, лет через 5, я не знаю, или 10, и так далее. И в этом надо опираться, конечно же, очень хорошая программа Тазаком. Это должна быть чистая, прозрачная, честная страна. Я также хочу открыто сказать, многие до сих пор не поняли, что
за референдум мы проводили в прошлом году, в декабре. В 1 декабря вступят в силу все поправки, которые были приняты. Часть поправок принималась сразу, часть поправок в Конституцию вступает в силу с 1 декабря. И центр тяжести переходит в парламент, переходит в правительство. Больше того, до 2040 года мы должны полностью перейти к парламентской форме правления. Потому что мировой опыт показывает, из 53 стран 51 развитая страна с парламентской формы. Только две, США и Германия с президентской. И уже мы видим, что даже США, по-моему, задумывается над формой правления. Поэтому до 2040 года мы должны постепенно переходить на чисто парламентскую форму правления. И так как после этого влияние парламента будет расти, мы должны еще раз посмотреть выборное законодательство. Потому что я неоднократно приводил пример, когда на те же выборы Республика Ат-Азёр шла с одним списком. Там и молодежь, и интеллигенция, и все национальности. А в итоге оказались в парламенте во фракции в основном одни богатеи. Ни одного русского, ни одного узбека, ни одного представителя интеллигенции и так далее. Поэтому выборы в парламент тоже не за горами. 20-й год. Надо заранее еще раз экспертам проанализировать. Сделать так, чтобы вот такие игры на выборах не были. Потому что раз центр принятия решений постепенно переходит в парламенте должны быть честные люди, болеющие за страну, а не за свой кошелек. И параллельно надо сделать так, чтобы бизнес не боялся за свой кошелек. Многие до сих пор идут в парламент только ради того, чтобы боятся того, что будет передел собственности и так далее. Никаких переделов, вы видели, за 6 лет нет. И не будет в дальнейшем. И поэтому я хочу пожелать бизнесменам лучше заниматься своим делом. А в парламент идти тем, кто готов заниматься законами, кто готов воевать за интересы не своего кошелька, не своего бизнеса, а за интересы страны. Потому что из-за тех же мучных королей мы сейчас, возможно, не получим грант от МВФ. Ну, что я скажу в заключение? Я хочу сказать, что нам все это не просто далось. Эта дорога, она достигнута ценой жизни многих людей. За сегодняшний наш путь погибли баксы, наши простые граждане. Погибли 7 апреля наши кыргызстанцы. Некоторые до сих пор умирают от ран. Уже больше 100 человек, общее число. И создание суверенного, независимого Кыргызстана, это было всегда мечтой нашего народа. И прошло больше 1000 лет после гибели великого кыргызского каганата, пока, наконец, Бог снова не дал шанс нашему народу построить свою независимую, суверенную страну. Страну свободных людей, страну гордых людей. Потому что мы можем быть счастливы только в этой стране. И поэтому мы обязаны сделать все для того, чтобы каждый гражданин Кыргызстана, чтобы наши дети и внуки были здесь счастливы, чувствовали себя комфортно. Урматту менен мекендештерим,
Дагы бир жолу айткым келет кыргыз тилинде. Урматтуу менен кыргыз элим. Айланайын кыргыз элим. Өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибиз болот деп кыргыздар миң жылдан ашык күттү. Улуу кыргыз каганаты урагандан кийин миң жылдан ашык күттү. Эми Алла Таала жараткан ушундай бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Муну да колдон алдырып койсок, бизди эч качан урпактарыбыз кечирбейт, Кудай да кечирбейт. Эгемендүү Кыргызстан үчүн башыбыз курман. Башыбыз курман. Эгерде бирөөгө эгемендүү Кыргызстан керек болсо, жол ачып кетсин башка мамлекетке. Самолет берелик, автобус берелик, поезд көтөрсөл. Бизге эгемендүү Кыргызстан керек. Мен кетип аткан Кыргызстандын эл шайлаган президенти катары ушул жерде отурган жаңы шайлаган президентке, өкмөттүн башчыларына, парламенттин башчыларына, депутаттарга, министрлерге, жөнөкөй жарандарга, мекендештерим баарына айткым келет. Кыргызстандын эгемендүүлүгүн сактагыла. Эгемендүүлүгүн сактайлык Кыргызстанды. Спасибо за внимание. Что-то я, наверное, слишком эмоционально пошел, как всегда. Но мы независимая страна. Если мы потеряем эту независимость, потомки всех нас проклянут. Навсегда проклянут. А тем, кто не нравится наша независимость, тем, кто хочет жить легко, комфортно, и которому все равно быть гражданином всей страны, от кого деньги получать, ну, скатертью дорога, скатертью дорога. Точно перебрал я со временем, извините меня еще раз. Я очень благодарен за то, что вы меня все выслушали, набрались терпения.